Вот. А что касается пиратов, вот мне тут черкнули их адреса, и сейчас я вам их произнесу. Сахаровигр.ком. У них два домена, да, ты говоришь? Да, да. Второй домен Игорь Сахаров, 2f, точка, нет. И два подчеркивания, а, или что? Нет, просто, да. Игорь Сахаров, точка, нет. Вот, они прыгают с одного на другой и дурят вашего брата. Ну, а самое главное, что дурят, конечно, нас, которые все-таки исполняют эту работу. Это затратная работа. Вот. И я надеюсь, что вы покинете, прекратите общение с ними, и мы сможем более эффективно работать и я, ну и вы. Вот. Что я еще? Продиктовать наши официальные ресурсы. А, ну официальные, самое главное, официальные. А, у них еще есть там где-то... Прям диктовать все, да? Ну, самый главный сайт, Инстаграм. Так, официальный сайт это сахаровигорь.ру. Там наша менеджер Карина, вот она сейчас здесь сидит, не хочет, да, стесняется здесь показаться. Так, WhatsApp дочь Александра и телефон +7 985 663 42 83. Вот дочь Александра моя. Колесенькая. Все увидели. Да, тоже стесняется. WhatsApp. А, это уже менеджер Карина. WhatsApp. +7 915 342 98 98. В Инстаграме у нас наш ресурс. Сахаров, нижнее подчеркивание. Скул, да? Я вообще, конечно, слабак. Вот, и... А вот это вот что? Что это? Вот это вот. А это Инстаграм Карины. Ну, его можно не зачитывать. А это Инстаграм Карины. Ну, сейчас вот и Карина тоже ведет трансляцию на свой Инстаграм, так что... Вот, да. Ну, получается, что я все сказал. Или там еще что-то было написано? Нет, все. А, ну, да? Да. Ну, можно проговорить о том, что уже были прецеденты покупок. Да, уже несколько человек купили у них и говорят, куда нам теперь? Никуда. Никуда. Просто это не наша вина совсем, как вы сами понимаете, наоборот. Это